люди, которые заинтересованы в будущем Украины. Потому что я еще раз говорю, если у нас будут такие министры, как Ересько, да, Супрун, которые натеровали там себе чего-то и втекли, потому что их не заботят ни жизнь 40-миллионной страны, ни Украина как территория, ни как государство, ни как страна, у них зона их интересов в других странах, толку не будет. Украиной должны управлять украинцы, которые здесь живут, которые здесь родились и для которых ценность как страна Украина не пустой звук.